Территория определена, инвентарь выдан. Вооружившись пакетами для мусора, сотрудники городской администрации принялись очищать улицу Ярошевского. Участок от улицы Гая до Московского шоссе прочесывали несколькими группами. Потому что любим городской округ Самара наш. Чистим обязательно ко Дню Победы. Масштабный общегородской субботник стартует только 1 апреля, но работы по уборке территории интенсивно ведутся уже 2 недели. С улиц города вывозится оставшийся снег, на проезжей части и тротуарах работает спецтехника. У нас в этом году есть очень важная задача – привести город в порядок к майским праздникам. Не за горами уже 70-летие Победы, осталось совсем немного. Нам нужно не только вымыть, вычистить город до этого момента, но украсить его и создать для жителей праздничное настроение. Чтобы работа пошла быстрее, в этом году к уборке города привлекут и трудовые коллективы предприятий и организаций. За крупнейшими из них будут закреплены дополнительные участки за пределами их собственной территории. К этому промышленников призвал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Кроме того, наводить чистоту призовут общественные организации, молодежные объединения и всех неравнодушных горожан. Без помощи никуда, если каждый гражданин будет выходить и помогать, сделаем наш город чище. Всем же лучше будет от этого. Планируется, что в этом году участие в общегородском субботнике примут более 50 тысяч человек. Необходимым инвентарем обеспечат всех желающих. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.